Глава 8. Моральная паника. Определение моральной паники – это массовая тревога как реакция на нечто, якобы угрожающее моральным устоям общества. На пути к моральной панике несколько остановок. Первое. Беспокойство. Поначалу умеренное, это беспокойство растет от человека к человеку, и раздувается культурой, пока рациональная тревога не становится иррациональным страхом. Люди начинают верить, что происходит нечто ужасное, нечто невидимое глазу, нечто вне их контроля. Оно погубило других, и теперь придет за ними. Ведьма! Хватайте! Реально сама угроза или нет, реагируют на нее всерьез. И очень часто чрезмерно. Спросите себя. Что пугает вас больше? Страх или те, кто напуган?